Бельцах в среду начали тестировать новую краску для дорожной разметки. Материал для эксперимента бесплатно предоставила румынская компания-производитель. Гости из Баташан приехали в Молдову в день проведения Бельского международного инвестиционного форума. Представитель компании Митика Шурубару говорит, что при соблюдении технологии нанесения краску придется обновлять не более одного раза в год. Именно этим материалом наносится разметка в Баташанах и в других румынских городах. Продолжаем Румыния, если утилизатор существа, но и на Румыния, шнурма и Румыния, но и в апликам дикозва, шесто в обсаде каритате, в обсаде фуартибуна, но и апликам существа, если можно. Эксперимент провели на пешеходном переходе возле муниципальной клинической больницы. Зебру разделили на две части. На одну нанесли краску, которая сейчас используется в Бельцах, а на другую материал, привезенный из Баташан. В течение нескольких месяцев станет ясно, какая краска более долговечна. Об этом бельскому телевидению рассказал сотрудник муниципального предприятия ДРСУ Иван Кузьмин. Есть испытания в районе муниципальной больницы, был покрашен пешеходный переход. В результате мы надеемся получить объективное мнение, объективную оценку этой краски, узнать, насколько она качественнее, насколько она дольше будет держаться на проезжей части. Проблема быстро стирающейся дорожной разметки часто поднимается в Бельцах. Почему разметка, совсем недавно нанесенная на дороге, быстро изнашивается и становится плохо заметной, этот вопрос задают и автолюбители. Работники ДРСУ говорят, что причина в пыли и песке, которым зимой посыпают улицы. Они, как наждачка, стирают нанесенную на асфальт краску.